Бориса Николаевича Ельцина. President Gorbachev had emerged from the Kremlin to pay his respects. He is aware that the protests of Moscovites had saved his political life. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, Я вас не вижу, но тем не менее. У вас одна вот эта трудность. Меня еще больше убедили в том, что мы сможем хорошо и плодотворно... ...заняли позицию, и это подтвердит и Борис Николаевич. ...выполнить россияне. Прежде всего, дорогие товарищи, сегодняшние встречи с вами завершает на Дальнем Востоке. Наш народ связывает с решением.